Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского Периода. Так, зайдем сюда. Эволюция произошла. И да, действительно, она произошла. Так, ну что, поместить, естественно, сюда. 21 уровень, прокачиваем до 30. Забираем здесь эволюцию. Так, слушай внимательно, нам нужно с тобой... Ух, дофига еще надо, да, получается... Так, а у нас только один он. Твою дивизию. Так, у нас опять тут проблемки небольшие. Так, заберем тогда награды. Здесь плюс за карточки, за открытый набор. Так, здесь у нас. Ага. Замечательно, мы этого парня, по-моему, можем с тобой прокачать. Пускай будет эволюция, фиг с ним. Так, давай дальше открывать. Что у нас еще здесь? Ага, рамфоринг. Поместить. Так, ну это ничего страшного. Дальше у нас идет с тобой... Это кто? Пеликанимим? Если не ошибаюсь я. Точно, именно он. Так, поместили и еще одного с тобой забираем. Все, поместить. Плюс у нас с тобой здесь... Да что опять этот кот тут моргает, раздражает. На этот раз все прошло хорошо, по-другому и быть не могло. Так, секундочку. Хавчик с тобой заберем и сразу же активируем новый. Пускай еда копится у нас. Так, секундочку. Меня немножко сбили. Что я хотел сделать? Я хотел поставить на эволюцию. Точнее, даже не на эволюцию, а... Джунгариптеры... Опа, тирана титана. Может быть, нам с тобой за 100 долларов? Нет уж, спасибо, я как-нибудь перебьюсь. Хотя, можно было бы, да? Так, отправляем опять. Что-то уж зачастили. У нас здесь эти тревоги, если честно. Так, использовать ускорение, ПВП, собрать моды. Давай, наверное, моды тогда уже заберем, раз уже здесь находимся. Так, за деньги не будем, будем за ДНК. Поехали. Так, Чарли, что ты мне подкинешь? Давай что-нибудь путевое только. Во время вот таких рулеток, друзья мои, игра чаще всего и вылетает. Увеличивают запас ОЗ всех существ на 100. Вот, вот это хорошая карта, кстати. Давай еще разок. Что на этот раз ты мне подкинешь? А на этот раз нам подкидывают с тобой токсин. Наносит 50% урона от атаки всем противникам в конце хода владельца. Отлично. Завершили мы с тобой это задание. Награду забрали. Ну и теперь пора смотреть, что у нас по схваткам. Какое тут еще босс-событие? Что-то я не понял. Ох ты. Скоро, друзья мои, будет вот этот чудик у нас. Требуемый уровень... А, парка 60. А у меня, к сожалению, не 60 уровень. Значит, этот... Блин, у меня 45 всего лишь уровень. Так, ну что у нас тут? Ярость мод 2. Визит важной персоны. Слушай, очки доверий. И схватка редких. Тираннозавр мод 2. Можно хотя бы глянуть, что у нас здесь. Ну, как всегда, заоблачно все, ребят. Так, давай-ка я тогда пойду, наверное, вот сюда. Очки доверия 1000 на дороге не валяется. Так что я хочу их получить. Ох ты, Димитродон, Прианозух и Гриппозух. Значит так, здесь мы с тобой берем. А можно что-нибудь послабее? Как ты думаешь, он справится? Мне кажется, нет. А вдруг справится? Или все-таки взять этого, чтобы не рисковать? Диплота... Давай диплотатора возьмем, короче, сюда мы возьмем. Эдиоморфодона. Кстати, кто-то мне сказал, Рэй, прокачай Эдиоморфодона с крести. Нет, ребята, мне выгодно иметь пока их, вот, чтобы два было. Так, и, наверное, сюда нам все-таки тоже придется взять, наверное... Птеродактиля. Поехали. Тут сколько? Три поединка надо быть, да? Я сыграю сейчас только лишь один. Ух ты, неплохо. Атака, ребята, просто изумительная сейчас будет. Фига, мы ему оставили 404 хп всего лишь. Посмотрим, что он будет делать. Менять, скорее всего, будет. Нет. Даже не подумал. Вот это он зря, конечно, сделал, потому что мы вот так с тобой сделаем. И вот так. Ну, ему крышка, понятное дело. Отдуплился парнишка.
Так, прянозуб. 434 к атаке, да? Я тебя понял. Вот так, значит, ты, да, гаденыш? Ну что, здесь достаточно будет раз, два, три. И вот так. Тут мы его и похороним. Так, ну а теперь легендарный гриппозух. Что будет делать? Две атаки тратит, окей. Ну что, а мы его добиваем. Причем так легко и просто. Вообще, даже не парить, ребят. Жалко, конечно, что я птеранодона зря использовал. Но я же не знал, что пойдет все. Готов. Ну что, первый поединок за нами. А их еще два впереди. Давай смотреть, что у нас тут пойдет дальше. Ихтиостега. Дальше тиранозавр Мон 2 и дарвиноптер. Ничего себе дарвиноптер. Значит, сюда мы берем с тобой эдиоморфодона. Против тиранозавра нам придется, наверное, вот этого. Ой-ой-ой, как он дорого стоит, ребята. А как ты думаешь, нондозух справится? Мне кажется, вряд ли. Блин, горелый. Рискну. Рискну и взять надо будет против этого. Блин, ну, пятихатка. Может быть, нам этого... Сколько он стоит по возвращению? Вот его выгоднее нам взять. Поехали. Да, этот бой будет серьезным. Ну что, я сразу атакую тогда, чтоб не мешкать. Хорошо, так мы ему прописали плюшечку. Блин, у него 20 уровня. Так и думал, я так и думал, что он сменит на него. Ай-яй-яй. И атакует. Так, друзья мои, если я сейчас нанесу ему две атаки, мы его сможем ухлопать? Нет, да? Не получится. Твою дивизию, блин. Ай-яй-яй, что он сейчас будет делать? По пятихатке? Ладно, ну мы его ушатаем, это понятное дело, ребят. Мы его ушатаем, вот мне главное этого хлопнуть. Так, он, по-моему, все слил. Раз, два. И вот так. Иди отсюда. Тиранозавр мод 2. 203 к атаке. Слушай, он меня может сейчас ушатать. А, нет, тогда... Тогда живем. Да и мы даже его не сможем ушатать. Хотя, подожди. Сейчас все на слив сделаю. По идее, должен убить его. Да. Ну и выходит их Ихтиостега. 490 к атаке. Конечно, он ушатает мне сейчас моего братюню. Сколько он будет делать? Один. Он как будто знал, да, что так все будет. Ну что, я думаю, ребята, что он вряд ли поставит 4 защиты себе. Вряд ли. Поэтому поехали. Все, крышка ему. Ихтиостега отдуплился. Так, ладушки, давай посмотрим, что у нас идет следующим в поединке. Димитрадон, Зухамим и Эуламбия. Ничего себе, Эуламбия. Ну, против этого-то ладно, я могу поставить кого угодно, даже того же самого Алмагозавра. Но вот здесь вот... Пам-пам-пам, что будем делать, ребят? Возвращать этих? Допустим, да, я верну их. По атаке у нас довольно неплохо получается. И, наверное, все-таки взять надо будет Алмагозавра. Поехали. Чего? Чего там надо? А, тьфу ты. Твою налево. Погоди-ка. Так, так, и вот так. Фух, я уже думал, что-то там не то, блин. Ну что, друзья мои, пробуем. Твою налево, что делать-то мне, а? Что мне тут сделать? Ммм,
Если он две атаки пробьет, мне крышка будет. Я так сделаю тогда. Сейчас посмотрим, ребят. Неужели две атаки сделает? Меняет. Ого! Ого! Фига ты, парень. Такс. Ну что, давай его сразу размажем тогда уж. Блин! Не получилось, друзья, размазать-то его как раз. Меняет. Нам это на руку, ребята. Что он меняет, это нам на руку. И атакует. Так, он поменял и атаковал, да? У него получается... Блин, ушатать-то мы его не ушатаем, к сожалению. Пока. Блин, надо его сохранять. Надо его сохранять, друзья мои. Сделаю, короче, так. 700 с лишним, да, у него там к атаке идет. Блин, это жестко. Ладно, поехали. Неплохо, неплохо, ребята. Смотрим, неужели он будет сейчас... Он поменяет, скорее всего. И две атаки еще пропишет. О, как! Это для меня неожиданно было, если честно. Неожиданно, ребята. Раз, два. Раз, раз. Вот так вот сделаю. Так, этот хлыщ выходит. У него сколько там к атаке? 243. 4. Блин, если он сейчас все влепит, мне кранты, ребята. И он все влепляет. Ё-моё. Птеранодон здесь беспомощен, получается у нас. Ну как беспомощен? Блин, горелый. Сколько я потратил? Сколько он потратил? Две атаки, да? Две у него было, значит, три нам надо сделать. Или сколько? Ё-моё, я забыл, ребят, сколько надо чего было делать. Ладно, сделаем так. Ой-ой-ой, он, походу, все сливал, да? Сейчас он на Димитродона все это пере... Ай-яй-яй. Все, ребят, по-моему, проиграли. А что, бонусных очков не было у него? Вот это я нубас. Да, ребят, я просто просчитал, сколько он... Ай-яй-яй-яй-яй. Так бы я мог бы, конечно, здесь вытащить, зарулить. Но я лопуха сделал. Сколько? Через 13 часов откат... Через 13 часов отката. Я могу, конечно, ребята, через 13 часов подойти в игру, как говорится, и попробовать их наказать. Но тут что-то мне так обидно, что получилось все по-корявому. Там можно было бы все это сделать и без переигрывания. Так, давай супер редких тогда сыграем. Ух. Травяной, да? Травяной. Значит, мы с тобой возьмем. Так, так. Плюс еще травяной возьмем. Так. А зачем мне травяной? Че, хищников? А, есть. И вот так. Нет, не хочу. Давай, наверное, все-таки возьмем. Вот так, так. Поехали. Хотя хищникам было бы намного быстрее и выгоднее играть. Анки против Стега. Ну что, я, наверное, сразу звездану тогда уже. А он, скорее всего, сейчас Раджазавра возьмет. Что-то мне подсказывает. Менять будет? Нет, не стал менять. Удивительно. Тогда еще две плюшки ему. Так. Одну он 100% в бонус взял. Конечно же. Сейчас поменяет, возьмет Раджазавра. Так, и две атаки пропишет, да? Ну так и есть. Ух, не добил. Вот об этом он, ребят, сильно пожалеет. Ну-ка. Тоже не добили, но ничего страшного, ребят. Меняет. Хе-хе. Ну и что, ты думаешь, твой паразовый Ролов что-то мне сделает? Вообще ничего не сделает. Вообще ничего не сделает. Так, мы с тобой меняем. Давай так вот сделаем. Раз, два, три. Влепляем. Слушай, неплохо. Отлично даже, я бы сказал бы. Ну, опять же, Раджазавр.
Ё-моё. 5 бонусных очков накопил, а? Ты посмотри. Не дурак, не дурак. Потратил всего лишь одно. Ну понятно, что смысла здесь нету, ребята. Меняем. И в защиту все берем. Так, мы должны выстоять, по идее, даже если он будет атаковать по полной программе. Меняет. Ой-ой-ой-ой-ой, выдерживаем. Выдерживаем с тобой атаку. Шестнадцать, да? Раз, два, и вот так. Так, 50 хп мы ему оставляем всего лишь. Да ты заколебал своими бонусными очками, а? Ну, серьезно говорю. 5. Так, ну что, у меня выбор невелик, ребят. Он же все слил, по-моему, да? Он всю атаку сливал же. По-моему, всю. Да. Отлично. Ну что, Раджазавр, давай потанцуем. Сколько там у тебя бонусных очков-то? Штук 6, наверное, да? 5. По всем канонам он меня пробить не сможет. А вот я его должен. Все, ребята, мы кранты. Доплясалась птичка на гриле. На-ка, лови. Давай-ка, прозубчик, нормально, нормально ты ему врезал. Но это только лишь первая победа, так что еще впереди должно быть две. Поехали. Так, у нас здесь скалозавр, анкилозавр и анкилозавр. Но здесь, ребята, все можно сделать намного проще. Делать это вот таким вот образом. Я надеюсь, велоцираптор это нормально себе. О, очень хорошо даже, ребят. Очень хорошо. Атака. Допустим. Так, ну он сейчас, естественно, пропишет мне двойной такой бонус. Ему смысла менять динозавров нету. Но... Поехали. Я знаю, что он себе возьмет 3 бонуса. Сейчас посмотрим, что он будет делать. Если все сольет... Нет, не все. А он аккуратничает. Он очень сильно аккуратничает, ребята. Я возьму раз, два. Раз, два, три. По 2 бонуса. Ага, вот так вот. Окей. Ну... Опять одну атаку проводит. Что-то уж очень аккуратничает, ребят. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот так вот сделаем. Ну все, ему кранты. Так, выходит хлыщ, анкилозавр, со своими бонусными 5 очками. Сейчас посмотрим, как он их распределит. О-о-о, парень. Тут твоя большущая огромная ошибка. Зачем же ты так все слил-то? Я же тебя сейчас ушатаю. Со скольки там плюшек-то? У тебя жизни-то не так уж и много. 3 плюшек ему за глаза и за уши, ребят. Пшел вон. И последний анкилозавр, который тоже здесь ничего не сделает. Ну нет, может, ребят. Если все сольет в атаку, то ушатает. Но он не все. Но он все равно ушатал, ребят. Ну, анкилозавр... Ой. Велоцираптор мой, конечно же, сейчас его разорвет. 8 очков у нас, так что... Тут ему уже ничего не поможет. Вот и все. Идеально. Да что ты будешь делать? Ты его достали там своими атаками. Ну, а у нас с тобой последний поединок. Велоцираптор мод 2. Против него я возьму... Нашего обычного велоцираптора. Так, а здесь... Нет, наверное, не так сделаю лучше. Возьму пастозуха. Вот так. И анки, да, наверное, взять лучше. Да, наверное, возьму анкилозавра.
Поехали, сейчас посмотрим. Ох ты. Первая атака очень хорошенькая у нас. На 279 влупим сразу же. Отлично. Но ему тут брыкаться против меня вообще нет смысла. Меняет. С одной стороны правильно делает, но с другой стороны... С другой стороны, ребята, очень неправильно. Мы с тобой берем бонус просто-напросто, вот и все. Ох, сейчас мы его порвем. Ага, обратно меняем, да? И это тебя, парень, вообще не спасает нисколечко. Раз-два, раз-два. Адьюс, амиго. Анки нам не сделает вообще ничего, ребят. Ну да, бонусные очки у него будут. 4 штуки. Но ему не хватит нас пробить. А вот мы-то его сейчас ушатаем. Я думаю, сделать надо будет атаки 4. И под 2 бонуса. Все, готов. 2 бы даже хватило атак. Ну что ты там, свои бонусы 7, да? Я не спорю, ребята, 7 это круто. Но ему слить из них нужно все 7. Молодец, молодец, довольный такой, да? Я боюсь представить, что сейчас с тобой будет, парень. А что будет, ребят? Мы его просто разорвем, да и все. Давай, пастазу. Отлично. В общем, это событие у нас довольно успешнее, чем первое. Так что давай, да ё-моё. Что такое? Мне не надо этот, хорош, спасибо. Крутим. И выпадает нам с тобой пастазух. Ну, что выпало, то выпало, друзья, что я могу сделать? Без ограничений, что у нас... А, мы же смотрели с тобой здесь, да? Глитронакс, Пеликанимим и Протериогиринус. Офигеть, название-то. Ну, однозначно здесь нужен был бы Диплотатор, это факт. Здесь против Пеликанимима пошел бы Алангозавр. Да, пошел бы именно он. А против Протерогиринуса пошел бы у нас любой из летающих. Вот я тебе что могу сказать. Но в данный момент я не смогу с ними подраться, потому что у меня не хватит денег, чтобы сделать откат элементарно. Так, ну что у нас тут? Забираем, да? Раз. Плюс, подожди. Закончено, что? А, забрать. О, $100 дали, ничего себе, ребята. И Афиакадона. Ну, спасибо. 130 очков доверий. Так, значит, нам нужно с тобой ПВПшку и, опять же, 3 разных класса канозойской эры. Ну что же, пойдем тогда в канозойскую эру сейчас. ПВП. Вызов. Раз, два, три. Поехали. Я думаю, блин, зря я, конечно, взял, наверное. Может быть, нам надо было амфициона взять? Уже поздно. Ту-ту-ту-ту. Здорово, ё-моё, он там набрал себе, нахапал. Всех одинаковых, да, получается, он взял. Всех одинаковых взял. И он еще и первым ходит. Да, что мы можем тут... Давай я 2 бонуса возьму. Так, смотрим. Атакует. Решил все-таки атаковать. Так, ну у него 812 хп, да, получается. И, допустим, он взял одну защиту. Вот так вот. Поехали. Отлично. Минус, Гаврик. Так, Энтелоракус. Вот так вот. 420 к атаке. Ничего не стал делать, абсолютно.
Видимо, этот гаденыш уверен в себе, да? Очень сильно. Так, давай-ка я вот так вот сделаю. Мне его не жалко отдать на растерзание. Ага, все, он, ребята, раскололся. Это большая его ошибка была. Он клюнул, короче, на мою ловушку. Ну что? Поехали рвать. Посмотрим. Дай ему крышка. Так, и выходит лосятинка. Индри Куцер. 181 атаки. Я тебя умоляю. Я тебя умоляю, парень. Иди ты козе в трещину, как говорится. Все, адьюс. Вот так вот это делается, ребята. Он думал, я буду там с ним тютюкаться. Хорош, потютюкались в свое время. Теперь чистый, жесткий расчет. Еще и крутанем рулетку. Приз любителя. Понятно. Кусок мяса, ладно. А, еще можно. Ну-ка, посмотрим, что мне в этот раз выпадет. Архиетерий. Пускай хотя бы даже так. Ну, забираем наши. Подожди. Используй в сражении три разных класса. Тьфу ты, ёпарасоте, ребят. Ну, конечно же, не то я сделал. Конечно же, не то. Трех разных. А я взял двух одинаковых. Ладно, давай еще сыграем. Тут, в принципе, неважно, проиграл ты или выиграл. Вот так вот. Ну, здесь, скорее всего, я проиграю, потому что, ну, ты сам видел, каких бизонов обычно ставят против нас. Келлинкен. Ух. Мегисторукус, я, по-моему, вряд ли его смогу одолеть вообще кем-либо. Зато здесь одной плюшки этого вынесу. Это же амфицион, и... Ах ты. Будет менять или что будет делать? Меняет, прикинь. Пужанулся чувачок, да? 200. Нет мне смысла менять, ребята. Поехали. Одну атаку делает. Значит, одну атаку сделал. Один он оставил себе на бонус. 650, так. Давай проверять. Один на бонус он взял, да? Уй-тю-тю, попробуем. Я так и думал, что один взял все-таки на защиту. Не на бонус, а на защиту, ребят. Попутал немножко. Окей, посмотрим, что дальше будет у нас происходить. Мне бы надо было его ставить на самом-то деле против вот этих вот гаврюш. А я его отдал под раздачу зря. Ой, зря, ребята. Твою налево, блин. Сейчас посмотрим, у них должна быть повышенная, по-моему, атака против. Ну да, что-то типа того. 65 на 4. Разнесет, да, наверное? На 3. Что, неужели хватит ему? Не хватило. А теперь вписываемся мы. 283 у него, да? Раз. Два. Да блин, да это же дофига. Окей. Сколько? Ой-ой-ой-ой-ой. 357 к атаке. 357, ребят, это... Это охренеть как дофига. Слушай, по-моему, он сам себя подставил. Подожди, или нифига. Блин, а у меня не хватит. Но мне все равно деваться некуда, ребят. К сожалению. Ох, щит, не может быть. Нифига себе, ребята. Я сам не ожидал, что амфицион пробьет его. Обалдеть. Крутая собачка выручила меня.
Ах, да, конечно же, принц умельца. Совсем забыл. Кусок мяса, что же еще может мне дать? Ну, давай что-нибудь путевое. Пак, дай мне пак, пожалуйста. Мне 30 очков доверия, ну слушай, ну, хотя бы так. 30 очков доверия, спасибо огромное. Так, ну, а мы с тобой забираем здесь награды. Раз. И два. Так, деньги, ДНК, 35 бакинских и мясо кусочек. Плюс еще 95 очков доверий. И здесь тоже у нас ДНК 50 штук. Ну, слушай, неплохо, ребят, я считаю. Только вот что нам здесь хотят показать. Так, я забыл, если честно говоря, по эволюциям. Тут у нас кто? Астафрикозавр, да, стоит? Здесь у нас вообще пусто. Так что давай думать, кого нам готовить на созревание. Аланка, если посмотреть, Аланка, она с кем у нас? А, понял, Аланка это под гибрид идет. Под алангозавра. А если посмотреть, например, с кем? Сегнозавр. У меня такого и нету. О, сегнозавр, нифига. Да слушай, успокойся, а. Она, нет, этого смотреть не будем. Тоже без понятия. Стега, с кем идет стега у нас? А, стегозавр вместе с трицератопсом идет. Слушай, ну так нам тогда надо делать этого стегоцератопса. Стегоцератопс, а почему бы нам его не сделать? Ну согласись. Давай тогда стегозавра привлекать. Так, стегозавр, где он у нас? Угу, еще одного его. Так, нам нужен будет еще, наверное, да? Один. Так, итого, блин. Трицератопс у нас с тобой есть 40 уровня. Так, эти у нас там будут пока созревать. Сделаем с тобой гибрид. Я знаю, что это не самый лучший, ребята, гибрид, но лучше иметь гибрид хоть какой-нибудь, чем обычного динозавра, согласись. Так. Новости, что там у нас? Да ничего. Ну что, друзья мои, тогда я, пожалуй, на этом буду закругляться. Завтра попробуем, наверное, с тобой все-таки успеть пройти вот это вот событие за 1000 очков доверия. Все-таки будет уже 9000, там останется чуть-чуть, и мы получим 10000. А за это нам дадут легендарный пак. И вот по поводу столкновения тоже попробуем с тобой поиграть. Но опять же, это будет все завтра, лишь бы только не проспать. Ну, а на этом, друзья мои, я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.